Дорогие друзья, сегодня мы вновь поговорим о позиционных ошибках, которые встречаются в партии начинающих игроков. Рассмотрим с вами дебют «Обратная городская партия». То есть белые ходят и после хода черных в центр начинают эту шашку окружать. Да? Строят связку, видите, шашка не может пойти вперед. И все развитие идет через нападение на шашку f4. И если черные сходят на c5, я уже ранее говорил, что этот ход является ошибочным, то мы получим через несколько ходов вот такую позицию. Белые логично расположились, взяли шашку e5 в связку, тут развивают свои отсталые шашки, идут на поле b4. У черных в этот момент несколько предложений. Да? Они могут напасть, они могут поменяться в эту сторону, да? Могут сходить hg7. Да, могут сходить fg7. Вот. Невыгодно идти на связку, да, потому что после связывания позиции, видите, на этом фланге уже ходов никаких не будет. Ну, давайте рассмотрим, например, такой ход, как hg7. Как я уже говорил ранее, этот ход является грубой позиционной ошибкой. Кроме того, что черные не могут играть на этом фланге, видите, то есть нападение невозможно, белые просто подождут и собьют в дамки. Невозможно пойти на d4. Видите, колонка играет. Отдали, побили две. Связка ничего не дает, потому что белые тоже ждут. Ходы не добавляются. Ну, куда-нибудь сюда пойдут. Видите, теперь и поле d6 ослабло. Напасть нельзя, на d4 нельзя. После этого хода идет подрыв. Поле d6. И белые спокойно попадают в дамки и выигрывают. Остается единственный ход черных — вторжение. Да? То есть они выходят на территорию соперника. Причем на неактивное поле. Шашка, которая попала на территорию соперника, она подвергается нападениям, угрозам различным. И в этом положении белые тоже выигрывают. Механизм этого постарайтесь понять. Так белые нападают. Черным нужно меняться. Размен произошел, и теперь белым надо внимательно посмотреть на угрозы со стороны соперника. А угрозы следующие. Черные хотят отдать шашку hg5, да, отдать на e3 и побить 2 и получить достаточно, в принципе, неплохую позицию. Вот. Если белые уйдут на a5, последует bc7, и теперь грозит размен, ну, например, на какой-нибудь там такой ход cd2. Последует размен. Видите, укрепили шашку d4. Сейчас подтянут колонку. И белым нужно будет стараться, чтобы как-то эту позицию окружить. Все это белым не очень интересно. Поэтому механизм вот следующий. Реализации преимуществ. Шашка оторвалась. Грозят размены. Белые меняются. Теперь смотрите. Если черные пойдут укреплять эту шашку, то белые выигрывают следующим образом. Подходим, грозим напасть. Да? Почему нельзя напасть сразу? Потому что черные отдадут, побьют. Видите, следующим ходом отыграют эту шашку. И пока белые доберутся нападать на эту шашку, они там еще что-нибудь подтянут, чтобы защититься. Ситуация уравняется. Поэтому прежде чем напасть, выходим e2. Ведь теперь на нападение отдачи уже не очень будет. Надо ходить сюда, нападаем. Защищаться надо. Белые сбили. И видите, открылось дамочное поле h8. Да? Шашка f6 ушла. И вот с поля h4 очень удобно
туда попадать. Да, достаточно только заманить шашку на поле g5. Делается это следующим образом. Отдали, побили. Съедим еще шашку d4 и выиграем. Вернемся к этой позиции. Итак, после размена на h4 на c5 поменяться нельзя. А после нападения белые играют на связку. Черные выходят, белые четырьмя шашками связали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Плюс шашка d4 не ходит. Очень важный момент, колонка a3, b4. Видите, она не дает никаких ходов на этом фланге. Единственная угроза, которая есть, это отдать шашку g5 и куда-нибудь колонкой махнуть. Но видите, на f2 шашки пока нет. Поэтому черные ходят c7, b2. Больше ходить некуда. Можно еще подождать. Белые тоже ждут. И выясняется, что у черных, видите, закончились размены. Шашки зависли в центре. Пора их отдавать, и позиция совершенно проиграна. Ну, давайте вернемся вот к этому положению. Какие еще варианты были у черных? Вариант напасть. В принципе, наверное, самое сильное предложение в этой плохой позиции. Черно-белое ставят рожон на поле f6. И теперь смотрите, благодаря тому, что шашка c5 уже сдвинулась, забрать эту шашку f6 не так просто. Если черные попробуют ее забрать с этой стороны, последует построение колонны, небольшой размен, и опять шашка вернулась белых на поле f6, а уже нападая. Чем напасть, нечем. И вот эта активная шашка, она называется рожон. Она держит раз, два, три, четыре шашки черных. Как-то напасть на нее черные пока не могут. Из последних сил они ставят последнюю угрозу. Вдруг белые не заметят, тогда они отдадут и побьют две. Белые прикрывают поле e3. Ну и позиция становится совершенно проигранной. То есть через несколько ходов у черных просто закончится хода. Видите, а у белых их еще полно. И черные начнут отдавать шашки, естественно, после этого проиграют. Давайте попробуем напасть на этот рожон с другой стороны, с поля e7. Белые играют сюда, следует нападение. И смотрите, белая шашка опять бежит на сильное поле, чтобы поставить рожон. Прибежала. Опять мы видим, что шашка заняла очень активную позицию. Черным надо как-то развивать свои шашки. Ну, белые готовы к разменам, потому что одна шашка держит 3, фактически белые играют с двумя лишними. Грозят напасть на шашку g3. Надо уходить. Ну и дальше просто потянули отсталые шашки. Отсталые, которые не играют. Пошли. Заняли центр. Видите, белым надо куда-то ходить. Ну, они строят угрозу, да, отдать и побить 3. Напали, видите, шашка вроде вышла в центр. После жертвы и хода сюда мы видим, что 4 шашки белых держат 6 шашек черных таким образом, что ни одного полезного хода нет. Отдавать надо слишком много шашек. Вернемся вот к постановке. Надо как правильно сыграть было за черных? Надо было сыграть с разменом сюда. И после хода, например, b2 попробовать забрать эту шашку именно с поля e7. Почему с поля e7? Потому что если черные попробуют забрать с этого поля, белые отдадут. И видите, эта шашка f4 стоит хорошо, а вот эти 4 шашки фактически никакой угрозы не несут, идут как балласт. Через несколько ходов белые займут поле c5, вот, и позиция станет совершенно проиграна за черных. Ну, то есть, допустим, сюда, куда-нибудь ждем, да, дожидаемся хода hg5. Видите, что хотят черные? Нападение, поменяться. Естественно, белых это не устраивает. Пошли, и когда шашка hg5 ушла, заняли поле c5. Сдвинуть эту шашку белых черные не могут, а на этом фланге хода у них быстро заканчиваются.
Подождали. Ну, по дороге у белых было еще несколько предложений, чтобы выиграть. Ну и в этом положении черным пора сдаваться. Ну давайте рассмотрим еще вот в этой позиции размен сюда. Что получается? Смотрите, белые вывели, связали, черные увели свою шашку из центра на край. Для чего? Ну, для того, чтобы получить вот такую позицию. Обращаю ваше внимание, на поле c5 бить нельзя, тут простой комбинационный механизм. Отдаем одну, эту сбили, следующим ходом сбиваем эту. Итак, вот к этой позиции вернемся. У белых много планов игры. Поменяться вперед, потянуть отсталую шашку. Но есть очень хитрый. Отдать и оставить черные шашки в центре. В чем проблема? Проблема в том, что фланг у черных слабый. Двинуться на g5 они не могут. Просто попадают под колонки. И когда побьют, белые сбивают две с лишней шашкой, оказывается. То есть нужно в этой позиции что-то предпринимать. Ну, черные, например, ждут. И белые ждут. bc7, и вот этот ход уже проигрывает. Смотрите. Черные сдвинули шашку защитника фланга. Ну, теперь белые через несколько ходов организуют атаку на поле c5. Для того, чтобы это сделать, смотрите, они меняются. Ну, нападать за черных надо. План белых построить параллельные шашки. Видите, шашки e3 и f4 против d6, c5. И тогда нападение приведет к выигрышу. Черные бегут. Единственная защита — это нападение. Прибежали. И вроде как успели первыми напасть. Не успели белые напасть. Но следует ход cd2. Знаете, после этого размена ход на e5 невозможен. Мы построили колонку. И, естественно, ее приведем в бой. Еще раз этот вариант. Пошли. И cd2. Черным надо уходить на борт. Видите? Фланг без защитника. И белые проводят вот такой выигрывающий маневр. Видите? Заманили. Вынудили черную шашку уйти на а3. Построили колонку. Грозим отдать, поменяться. Защиты за черных в этом положении нет. Белые через 2 хода откроют дамку и победят. Еще один нюанс, который хочу показать. Да, вот в этой позиции. Если бы черные не напали, да, что бы произошло? Допустим, они бы сразу побежали на борт. Белые выходят в центр. Этих колонок у черных нет. И здесь несколько предложений, которые могут белым помочь выиграть. Первое. Перевести шашку на поле c3. Поменяться на b6. Да. Второе предложение. Просто зажимать оставшийся фланг. Шашки здесь не играют. Пошли. h4. Поменялись. Ну и просто потянули шашку для того, чтобы прорваться и выиграть. Видите, позиция черных очень быстро разлетается. Какая-то жертва в надежде спастись. Ну, просто отошли. На такое нападение есть такой ударчик. То есть, если побить две, белые открыли дамку. Если побить одну, черные остались без шашки и без позиции. Так что, разыгрывая варианты в дебютах, да, смотрите аккуратно за тем, как вы выводите шашки. Как правило, вот, допустим, хороший вариант — повести шашку сюда и напасть. Видите, теперь, если белые используют эту связку для постановки, можно нападать из поля e7 и логично из поля g7, чтобы побить, иметь шашку в центре. Видите? Ну, такая какая-нибудь позиция. То есть белые окружают, черные стоят в центре. Полно интересной игры. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Вот, смотрите внимательно, делитесь этим видео в комментариях. Вот, успехов вам!